нравится ситуацию, когда мы все централизовали. Я очень хотел бы стать главной сенсацией этих выборов. Что ожидаю, посмотрим. Я знаю, что ситуация по городам будет хорошая, по крупным городам будет хорошая. Я пока до конца не чувствую, что будет по сельской местности. N+1 на таком важном канале для нас. Это главный соперник по вхождению во второй тур. А номер один, конечно, Янукович, он набирает большой процент, и у него будет порядка 30%, я думаю, рейтинга, и он однозначно он будет во втором туре. Я думаю, что один из немногих из всех кандидатов, который сам себя профинансировал. И я точно никому ничем не обязан. Я никому никаких политических обещаний, кроме самих избирателей, не давал. Раз. Второе. Я думаю, что у меня достаточный опыт и на макроуровне, в экономике и на микроуровне, для того, чтобы понимать, что необходимо делать в стране. Господи святий, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа, я молю Боже, щоб Ти поблагословив ці вибори. Я молю Боже, щоб Твоя свята, добра, приємна і досконала воля виконалася. Щоб, Господи, до влади прийшла людина від Бога, яка буде любити Бога і людей, яка буде боятися Господа, і яка виконає всю Його святу волю.